Гарі. Матея, ще розминаємо. Шею, гриту. Інверс. Шею разогреваем. Сейчас будем делать перевороты и стойку. Так, где мой доктор? Доктор Пилюлькин. Что? Шею не разбираем. Разбираем шею. Что решить? Я? Да. Нижний не спрашивай. Я уже это сделал. Давай. Ты что делал? Хорошо, Матео. Сейчас я... Стойка на голове. Стойка на голове. Стоп. Что умеет делать? Я. Вот смотрите. Да. Видите? Делаю. Матео, смотрим на меня. Еще раз. Боец. Руки. Капа. У вас должен быть треугольник. Если падаете на спину, то на мост. Или в страховку, или вперед. Пошли. По 2-3 секунды. Дальше. Пошли. Делаем. Скорость нет. Шею печать. Алекс, он делает руки, голова на одной линии. Голова впереди, а руки сзади. Справьте, братья неправильно делают. Вы шею печати, Михаил, а завтра шею печати. Виктор, Игорь, ногами, как его? Так, Матея, Михаила встала. Руслана встала. Как тебя Франки зовут? Дан встал. Макс встал. Нет, это дело качало. Что, тут все упали? Вот те, кто стоит. Раз, два, три, четыре. Эй, вот сюда встань. У вас 30 HZ. Здесь HZ. Понятно? Все остальные делают стойку на голове. Приготовились? Внимание. Хоп. Пошли. Раз, два, три. Стоп. Смотри. Приготовились второй раз. Отжимаем. Раз, два, три. Смотри. Третий раз. Приготовились. Отжимаем. Уну. Двое. Три. Смотри. Приготовились четвертый раз. Приготовились. Отжимаем. Раз, два, три. И последний раз. Кто может делать на руках. Кто не может на голове. Дальше. 5 секунд. Уно, двое, три, четыре, четыре. Матея, хорошо. Все ушли туда сели. Ушли туда сели. Миша, как я? Мам, сейчас за тебя буду душить. Да. Значит так. Еще раз напоминаю. Если вы попадаете в положение нижнего, да? Колени обязательно стараться смотреть. Значит, что? Если он поставил руки здесь, да, помните болевой?
руку захватываешь, раз, хоп, два. Есть болевые, да? Второй, ближе чуть, туда. Отсюда захватываем руку, хоп, болевой. Уже два. Дальше. Ручку убираю в сторону. Здесь, хоп, хоп, болевой. Три. Дальше. Локти. Держим локти. Ложимся на бок. Ножку сюда. Дальше. На себя переворачиваем. Хоп. Все. И переходим дальше. Работаем сверху. Понятно, да? У меня сил нет. Еще раз. Бей сюда. Сюда. Вот я тут сделала. Сам, вот здесь есть легкий такой переворот. Главное, если вы сюда переворачиваете, значит надо локоть где-то, чтобы руку не выставили. Можете лечь на бок, наоборот, я же дверь вернулся. Иди туда. Я для тебя развернулся. Ложитесь на бок. Выбиваете колено. Хоп. Видите? Но главное руку здесь держать. Тогда он переворачивается. Еще раз. Дальше. Захватывайте локти, чтобы он руки не выставлял и упирался. Ложитесь на бок и просовывайте ногу. Дальше. Ложитесь опять. Колено не дает ему обойти. На себя и потом ногами переворачиваем. Раз, оп. И на него идем. Я просто уже не могу. Хватит. Сюда. Дальше. Так как у меня руки короткие, не делать. То есть, если вы попадаете медленно, значит что? Здесь он может и удушающий, значит что? Ногу перекидываем, хоп, видите? Раз, удушающий. Есть? Есть. Есть еще удушающий. Вот такой, хоп, можно душить. Дальше. Мишка, ноги сюда поставьте, у меня все нет, переходите. Если вы сверху сидите, сверху сидеть. Значит, что отсюда можно делать? Во-первых, он может лежать. Во-вторых, он может приходить на живот, уходить туда или сюда. То есть я могу что сделать? Я могу делать движение. Раз, два. Если он, я должен прижаться. Если он держит руки, держи меня. Вот, просто. Никакого рода. Я не могу прижаться, да? Значит, смотрите. Убираю руку в сторону. Раз, два. Отсюда угрожаешь. Так, еще раз. Вот. Что дальше делаю? Раз. Видите? Вот он болевой. Чуть-чуть. Переходите. Хоп. Перешли. У вас болевой. Лежи. Сейчас рука. Рука. Иди туда. Отсюда. Удушающий. Руку поставил. Хоп. Задушил. Руку поставил так. Хоп. Задушил. Отсюда взял. Задушил. То есть есть возможность. Души. Понятно. Дальше. Высокий пар. Из этого положения. Да? Вы помните. Еще раз. Нельзя на него прыгать. Травму получить. Поэтому есть рука. Вторая рука. Раз. Хоп. Перевернулся. Удержание. Для того, чтобы ему не упасть, он ногу выставляет туда. Вот туда поставил. Вот видите, упирается, выпрями ее туда. Вот. Не могу. Этой рукой раз разворачиваю. И с этой стороны дальше. С этой стороны делаю дышать. Дальше. Хочу взять ручки. Иди сюда чуть-чуть. Вот. Хочу взять ручки. Он руку убирает туда в сторону. Не достаю. Раз, два, хоп. Удержание. Я не падаю, как вы обычно делаете. Перевороты упали на спину. Защита. Я захватываю, он поднимает голову. Я вот поднимаю, положился сюда. Раз. И перешел сюда на удержание. Сюда ближе. Фух. Дальше. Отсюда. Раз. Хоп,
аккуратненько положили борьбу. Гирь, да? То же самое. Хоп. Эти. Захватываю отсюда, перехожу. Хоп. И удушающий. Сергей Анатольевич, а можно я покажу? Сейчас. Хоп. Иди сюда. Да не вам. Иди сюда. Только, Миш, ты ж не уходи. Только иди быстро. Нет. Иди сюда. Просто покажи нам. Вот, смотрите. Раз. Нет. Еще разочек. Ты руки-то не убирай, держи просто в ручке. Так. Ага, стоп. Так, да. Значит, видели, да? То есть получается так, когда он начинает подниматься, делает болевой, он убирает руку. То есть, Миша сюда, Денис сюда. Я вам больше хочу сказать. Есть положение. Я лежу на спине, он находится между ног. Здесь я нападаю, и он нападает. То есть он делает прием, а я делаю контрприем. Он контрприем, я контрприем. То есть знание многих приемов дает вам возможность не работать на силу. А вот как балет, танцуют там, вот так вот, диско, например, как они делают быстро, да? Вот так и дзюдо. Тебе начинают делать, ты не сопротивляешься. Ты даешь делать, надо только используешь. Только используешь и все. Есть еще один раз. Отсюда вот я взял. Могу туда толкнуть, могу сюда. То есть выведение, хоп, и показываю держание. Есть такое шлем, выведение? Есть. Да, вот. А ну, Мишенька, сделай мне его. Вот, раз он делает, пошел. Хоп, видите, я уже перешел. Даже толстый, все. Воспользовался тем, что он не делает этот прием, я ему сделал контрприем. А он тоже может уйти с этого приема. Значит, что вы сейчас поделаете? Идите сюда ко мне. Я хочу, чтобы вы из этого положения, ближе, из этого положения, если руки стоять вот, здесь, то одну ручку изнутри, и уже борьбой. Это милиционеры так делают. Дальше, не надо переворачивать ничего, просто вы ложитесь на бок. И чтобы он никуда не убежал, придерживайте ногой и против локтя. Раз. Два. Дальше. Что вы начнете делать? Вы возьмете и начнете бороться, чтобы он сдавался. Если вы это будете делать, вы уже не отработаете. Ставьте руки. Вы должны, вы понимаете, вы должны закрытыми глазами делать. Отсюда. Раз. Два. То есть он не сопротивляется ближе. Отсюда. Раз. Два. Ближе, ближе, подходи. Отсюда. Раз. Два. То есть вот это движение, а потом вы поборетесь. Я вам дам это положение, вы поборетесь. Ушел. Сейчас вот этот боевой делаем. Так, все встали, я раздеваю. По парам. Можете встать сразу по парам, кто меня разобьет? Ну, вот, сразу, обещаю. Так, Я с ним отразу буду. Я смотрю, тебе боится. Не боится, он все равно как на. Ну и что, а каждого не надо обнимать. Так, пошли, я поступлю. Что вы стоите? Вы вдвоем. Иди, Олег, сюда, еще раз рука. Девчонки, посмотрите. Иди рука. Вот у вас, изнутри, узнутри. Раз. Раз отпускаешь, поставим в эту сторону. Сюда, сюда. Наоборот, все на спину ложим. Руслана, на спину. И ты на спину. Отжимаем. Первый номер. Не вижу. Нет, посмотри, придержку курса, ставим на пол. Песком приходит цунами, и сейчас глупый. Это
Снял куртку, намотал, все убрал. Ну что ты сидишь? Я что показывал? Стоп! Еще раз, ставим руки прямо мне в этот. Я шву. В этот раз бежим. Раз. Макс, иди сюда. Макс, эй. Посмотри там. Да, сюда, а вы туда. Макс, вот здесь, вот здесь. Денис, ты делаешь то, что не нужно сейчас, Денис. Так можно делать, так кто у меня стреляет. Я в жизни не видел. Вот, и туда поворачивайся. Аккуратненько, аккуратненько. А ты не падай. Первый номер, Сергей Анатольевич. Первый, первый, первый. Я смотрю. Наоборот, ты вот, ты первый сделай. Ты лучше, да, первый. Стоп. 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 Мате! Стоп! Мате, встали в точку. Лапичуай. Еще раз показываю, что стой, вот вы стоите, вот он руки держит. Рука заходит, раз, два, отпускаете, раз, два. Я сделал, раз, два, я сделал, три, четыре, теперь ты делаешь. И изнутри, вот сюда, а эту руку положи на плечо. Вот это, на плечо, так, сюда. Да. И сюда. Не меняемся. Один, два раза, два раза, два раза. Чей нет. Первый, второй. Два раза право, лево. Нет, стойте. Петя, Петя. Стойте, лево. Да, смотри. Посмотрите внимательно.
Что я делаю? Рука вокруг, я подхожу близко к нему и беру дальний отворот. Оп. Вот. Видите? Вот это уже болевой. Если я отсюда возьму за это, то и удушающий будет. Еще раз, перед тем, как вы будете делать, все зависит. Если вы начнете делать, он будет защищаться. Еще раз. Смотрите, раз, ближе к нему. То есть не здесь руку, а как можно дальше и за отворот. Видите? Вот. Если я поворачиваюсь, вот у него уже рука идет на излом. Если я буду далеко, он руку вытащит. Значит, надо подойти ближе. И здесь можно даже Посмотрите. Эй. Посмотрите, что нужно сделать. Подойти. Раз, захватить ручку. Дальше. Кимоно. Подтянуть. Оп. Все. Дальше. Или удушающий, или болевой. Два раза. Одну правую руку. Раз. Да, вот ты взял. А где удушающий? Что? Вот он делает. Я прижимаю. Я прижимаю. Ты стоишь на меня. Удушающий. Взяли на вот этот, на болевой. Подтяните его к себе. Хорошо, Мате. Мате. Теперь тот, который сверху. Тот, который сверху. У вас есть две руки. Вот крест. Раз, запустили руку. Повыше, сюда. Вторая рука снизу. Хоп, вот удушающий. Дальше. Посмотрите, теперь этой рукой. Эти палец туда повыше, а здесь пониже. Отсюда раз, и оттуда показать удушающий. То есть раз, два. Пошли удушающий. Право-влево меняется, право-влево. Нет, точно не начинаете душить, нужно его к себе прижимать. Когда вы прижимаете, ему тяжело уходить. Дальше.
Посмотрите, вот у него куртка есть. Туда встать. Посмотрите дальше. Вот смотрите, вот видите, я держу кимоно. Одну руку я просто ставлю, меняю. Вниз, вниз. Снизу, эту сверху и потом опять к себе. Сейчас я объясню. Есть два вида удушающих. Два вида удушающих. Удушающий. Когда вы давите на горло, это больно, он сдается. Ушли двое туда. Два удушающих. Два вида удушающих. Когда вы берете, например, да, начинаете давить, это больно, человек сдается. А есть кровяное. Вот здесь идут артерии. И если я просто вот так вот поставлю, чуть-чуть подержу, чувствую, да? Оно не сразу, но через 5-6 секунд вы теряете сознание. Это когда? А можно пример? Не надо. Теперь да. Я его задушил. Ложись, да. Ложись. Стойки душить нельзя, только в партере. Значит, если я его задушил, его приводит в сознание. Меня три раза душили, но на тренировке. Пока я полностью вырубался, но потом я понял, что кто-то может не знать, как правильно приводить в сознание. Если человек лежит задушен, то есть его как подсюда задушили, 5 минут не могли привести в сознание, то когда вас приводит в сознание, у вас не работают руки, ноги. Ну, потому что кислород не поступает в мозг. И есть полушарие, которое отвечает за движение. И получается, кровь кислорода разрушается. И ты как овощ лежишь, писишь, какаешь под себя, не двигаешься. Ну, нормально. Теперь дальше. И вот, вот это кровяное удушение, которое да, вот здесь вот артерия. Что бывает? В этом случае бывают судороги. Он начинает, руки, ноги у него выпрямлены, начинают. Да. Мышцы остановились, им нужно дать движение. Развернись. Вернись сюда, наверное. Ко мне. Обычно так. У нас раньше разрешали, то есть люди прямо на соревнованиях могли задушить. Сейчас на судо, это некрасиво. Ну, олимпийские игры человека задушили, да? Ведь зрителям непонятно, что это за спорт, где можно задушить. Поэтому среди детей, среди взрослых и молодежи такое правило. Ты вышел в финал, тебя задушили, ты не сдался, тебя дисквалифицируют. Никакой медали, ни грамоты. Первый схватку задушили или во второй. Привели в сознание, тем более на соревнованиях бригада врачей, которые просто не знают, как правильно, они по щекам, на шуты. То есть мы тренера больше знаем, поэтому некоторые тренера, что нельзя делать, снимают обувь, бегут на середину, начинают делать так, как надо. Но это уже тренер, который как бы не подсказал ученику. Лучше сдать. Лучше сдать, чувствуешь чуть-чуть. Раз-раз похлопал, все, ты полежал, ушел сюда. Но ты борешься дальше. Задушили. Как ты выпили ноги. А нет, ну, схватку ты проиграл, да. Но следующую схватку ты можешь утешаться. А так вот мы в Киеве были, девочка вышла в финал, это 44 килограмма, ее там задушили, подняли концовку майки и дисквалифицировали. Она никакой медали не имела, ни грамма, когда как новые правила. Но это давно было, а сейчас уже хотя бы ноги выпрямили. Обычно по одному ногу положим. Вот так вот и руки. Ну, вдруг, если вы на тренировке, да, кто-то кого-то, чтобы вы знали. Дальше что делается? Поднимаются ноги, одна или две ноги, и стараются его согнуть. Оп, вот это движение. Чувствуешь, как воздух выходит? Да. Все, дальше. Держишь. Кровь приходит к голове, все, он приходит в сознание, положил ноги, он сразу хочет встать. Не давайте встать. У него будет головокружение, он встает и может сразу упасть, еще что-то. Да, стоп, 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 он пришел в себя, если врач там есть, понюхал на шипе, все, и поднимается.
Если же, иди сюда, на колени лицом к ней. Если же вас душат отсюда, то в этом случае вы сдаетесь или позвесите кобы, можно сильно нажать, и он туда заходит. То есть огонь, там трахея, он заходит туда, перекрывает человек дышательный. Тогда ему говорит, эй, балбес, открой рот и зиги. Вот. Дальше. Раз пальцы туда, хоп, и вытаскивай. Я много говорил об этом, никогда не делал, но у меня один раз на тренировке одна девочка на гимнастике занималась, как сходила свою подружку. Я говорю, Саля, моя дорогая, открой ротик. Я раз туда, хоп. А вот, вот все нормально. Я думаю, нифига себе. Говорил, говорил, и вот получилось. Так, а? Просто как же этот, как прячет, он вышел чуть-чуть. Не очень, конечно, хорошо. Еще раз. Был такой случай. Мальчики у меня боролись, пришел с другой секции один. Знакомого там. Вот. И она, я говорю, идите боритесь. И пошел пока себе кофе делать. А тот забегает и говорит, Сергей Анатольевич, я его задушил. Я говорю, ну, молодец. Как он там лежит. Как лежит? Раз, прибежал быстренько, коп-коп. И я ему говорю, а ты же вас что, там, не учили приводить сознание? Нет. Ну, а как же, а если бы меня не было, другой. Еще раз, переворачивается на спину, ноги поднимаются, сгибаются, а тяжело сгибать. У меня был случай. Я судил перед аэропортом, Кодор, там был мой клуб, мы там боролись, задушили. Был там один мальчик с Хэйчер, его задушили, Я раз не могу, он убегает от меня, нет. А у нас раньше судили не один судья, а три. Стул и посередине. И пацаны помогают. Не будет ехать. Я ему еле ноги согнул. Он вскакивает. И на противника. А этот мальчик из Хэйчер. А у них там, ой, как жестко. Это жесткие тренера. По сравнению с мной раз 15-20. Это очень жесткие тренера. Я не говорю, они бьют. Просто они по характеру очень жесткие. У них результаты лучше, чем у меня в 40. Поэтому они жесткие, потому что это результаты есть. Вот. Он вскочил и стал бороться. То есть другие не вскакивают, а это знает, блин. Его тренер ругать будет, надо, блин, бороться. Я говорю, стоп, а он нервы сидят в форму. Я говорю, стоп. Еле привели, так он еще потом никак не мог успокоиться. Еле с ковра увидел, он хотел сопровать этого чувака. Я знаю, но... Там очень сильно, там два брата Буюка, оттуда старший тренер Полса Васильевич, который воспитал. Нет, там очень сильно. Там они молодцы, там их ученик, он им помогает финансово. То есть на соревнования, еще куда-то, он помогает автобусу, неда. Конечно, дети держатся, а когда тут за свои деньги еще вставляют. Так, а теперь иди сюда. И непогано, сюда на колени. Последний прием, начинаем бороться. Значит, еще раз, ребята, не боритесь, отработайте. Чем быстрее вы отработаете, чем лучше у вас будет получаться, тем вам легче будет бороться. Смотрите внимательно. Вы берете руку, убираете в сторону. Вот. Дальше. Другая рука. То есть, посмотрите, вот правая рука, правая, я убрал. Дальше, левая рука свободная. Я беру, убираю чуть-чуть голову. Сверху, хоп, ногу, хоп, дальше, я не лежу, я сажусь, для того, чтобы он не убежал, моя рука, видите, я держу эту руку, это держу, а потом уже делаю полевой, еще раз, не так, так нельзя сделать, не так, отсюда держу, или эту руку, все равно, отсюда здесь, придерживаю, дальше, моя одна нога на шее, вторая здесь, хоп, вот отсюда. Я стараюсь его прижать и потом болевой. Еще раз. Пошли, сюда. Еще раз.
Посмотрите, левая рука. Я беру, хоп, видите, ушла. Рука свободная. Сюда, ой, блин. Видите, блин? Все, тренер умер. Вставай, сейчас, блин, умрем. Пуху не заучу. Пошли, ну все, вперед. Что ты смеешься? Пошли. Ты что? А за стой? Нельзя мужик перспективу. Ну тут поговорить будет. Наоборот, ты делаешь. Да. Ложись на спину, руку в сторону. Берешь руку, убираешь. Нет. Еще раз, Я не знаю, что это.
Туда сели.
Саша, почему ты сбиваешь? Так, будет баллы, ты еще спутал, он все-таки умрет. Итак, две минуты. Маршрутов, парты, бой. Готовы? Аджи! А потом кто покинул и другие? Веслом, батьки, веслом. Все, дожимися! Вот, вот рука, души его, блин, вот. Дан, Мате, перейдите, пожалуйста. Ложись на другой бок, Макс. Ложись на другой бок, ты сов ко мне. И прижимай его, прямо сиди. Наоборот, разворачивай. Попу вверх. Левый мате, перешли туда. Денис, сдаешься, да, или мы не можем? А ты держи его, считай ему 20, будет удержание. Делай путь, болевой делай сегодня. Болевой на руку. Эй! Стоп, Мате! Мате! Первый ложится на спину, второй между ног. Первый. Макс, Денис. Денис, уйди туда дальше. Готовы? Между ног. Саша, если ты ногами не будешь держать, он тебе удержание сделает. Хаджи! Коля не держит его. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Все, видишь. Прямая рука, все. Дальше. Матей! Поменялись. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Юноши, до 14 лет, если у вас прямая рука, вы можете сдаваться, не сдаваться. Судья останавливает схватку, дает и пол. Даже если ты ничего не сказал. Еще раз, прямая рука, считайте раз, два, три секунды и отпускайте. Это и пол. И хаджимэ! Делай решение. За ножки его, за пяточки. Ладно, вот тут. За пятки на него. Чучело. Проиграл. Матея. Поменяли. Теперь смотрите внимательно. По самбо и по дзюдо. Мате, по самбо и по дзюдо. Чтобы началось удержание, противник должен прикоснуться по дзюдо. Это спиной к груди или боком к груди. По самбо только грудь к груди, то есть прикоснуться. Отсюда, отсюда, отсюда. У вас есть руки. Поставьте так и не пускайте его. Пока он не прикоснется, удержания нет. Андрюха, ты вообще дал, у тебя за шею взял, и ты лежишь потом. И отжимай! Снизу, снизу атакуйте. Делайте болевые на руки, удушающие. Перевороты. 30 секунд. Все? Да. Молодец. Андрюха. Еще раз. Мате,
Поменялись. Мате, поменялись. Посмотрите, не обязательно выигрывать, но и защищаться не забывайте. Хачулин! Да, Денис, что же ты сегодня расслаблен? Крик, любой крик парка. Матео, спиной друг к другу сели. Еще раз, сейчас вы пойдете. Еще раз, любой крик в партере при проведении болевого удушающего, это сразу считается победа противника. Да, будь что-то ему говорить, здравствуй, как тебя зовут, тоже пот. Спиной сели? Да. Готовы? Джимми! 30 секунд! Бабе, Миша. Матей! Приготовились последний раз. Миша! Миша, иди к бабе. Андрей, ушел. Макс, иди к Буге. Буги или Борисов? К Бубуге. Кому? Борис. А, Борису, Борису. Сели спиной. Готовы? Хаджи. Вот ты отдал заклад, Макс. А теперь жопа. Саша, шею ему не сломай. Нет, он давно не может. Делай болевой на руку, Саша, все. Не спорь, я его пробую для того. Стоп, Матей! Эй! Сели, смотрим на меня! Сели, смотрим на меня! Коля, повернись ко мне! Ты когда лежишь на животе, ты должен руки не расставлять! Эй! Он вот так руки поставил. То есть ему стали делать болевой, эта рука здесь. Делаете, прогнулся вот так вот. А если тебя поломают, кто виноват будет? Тренер опять? Еще раз, боретесь в партере. У вас руки всегда согнутые, ноги согнутые. Вы должны быть как мячик. То есть вы должны крутиться все время. Так, Юрий Александрович, вы видели, где палочка выручала? Принеси мне ее, пожалуйста, здесь. Я буду бить. Еще раз. Принеси, Денис. Еще раз. Партере на животе не лежать. Только в низком, высоком партере. Руки вот здесь держать. Вы сделали и сделали. А когда так руки? А он посмотри, меньше тебя весит. А если чуть-чуть весит, больше. Приготовились еще раз. И вы готовьтесь. Готовы? Матея, сели на колени, ушел, сел сюда. Так, сюда идет братья. Алекс, братья, Алекс, сюда. Сюда, сюда. Да, братья, сюда.
Так. Низкий, высокий паркур. Вы его должны перевернуть, положить на лопатки. Держать 10 секунд. Болевые дышающие не делают. Пошли к нему вдвоем. Так. Дальше. Дайте мне два бича. Так, два бича тебе, да? Два бича. Два бича. Значит, бич этот... Нет, они... Он не стаграет. Они большие для тебя. А, вот Коля. Коля и этот, как его? Собаки? Нет. А, вон два бича. Иди к сторону. Идите к своему. Поток. Туда. Да. Миша, на него. И я сейчас и сегодня такой. Эй! Сэму повернись. Еще раз, без удушающих болевых. Если нижний скажет, стоп, вы должны остановиться. Вы должны положить его на лопатки и зафиксировать удержание 10 секунд. Если он схватил одного, стоп! Церковь не имеет права держать никого, он только защищает. Так, здесь у нас кто? Николай. Сюда. Ты сюда. Как его сложить? Руслан. Алекс сложится. Вы, Руслана и он... Алекс, ногами не драться. Вы его переворачиваете. Приготовили? Эй! На животе сразу бить буду. На животе не лежать. Пошли! Пошли! Перевернуть и удержать. Молодцы. Так, здесь вы вдвоем. Ушли. Ушли. Андрей ушел. Макс, ложишься. Сюда. Руки за голову. Я считаю, здесь приседание. Приготовились. Аджина. Уно. Двое. Три. Стоп. В армии так. Все приседают, все встают. В армии все кушать идут, все идут какать. И писать. Все выходят. Все спать ложатся, все встают. Все по команде. Приготовились. Аджина. Уно. Двое. Три. Матер, у тебя наклон. Я попросил приседания. Хаджина, трени, патру, тинч, шаса, шапта, оп, ну, дети, спиная, спиная, пошли пресс, пошли, уно, колени согнутые, дой, трени, патру, тинч, то, руки на груди, поднимаемся, достаем лоб. Хаджина, уно. Двое, три, патру, Саша, патру, локти, жнуй, локти жнуй, Саша, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, дети, лабурте, лоте, дети, ой, приготовьте, чей, уно, двое, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, здесь дается. Ушел. Коля ушел. Так, Макс, ушел.
А остальные 5 раз хлопком перед собой. Приготовились? Ушел в сторону. Азмы. 1, 2, 3, 4, 5. Синие. Так, разобрались, как были. Блин, ко мне. Пара. Макс, сюда. Куда? Нет, ты нет. Саша, что ты господин? Один, пожалуйста. Так, Миша Бигдану. Андрей. Андрей, кто с Андреем поборется? Ты? Хорошо. Быстро иди сюда. Андрей, сюда. Сергей, можешь на меня? Да. Что вы сидите? Это Волктас. Что вы там сидите? Выше ворота. Это Волктас. Так вот, 4. Да. Денис, перейдите сюда. Сели. Спиной друг к другу. Готовы? Поля? Николай. Возьми вот этого парня вот сюда на середину. Посмотри. Он не знает, как бороться. Скажи ему так. Что нужно сделать? Придержание. И все. Ожидаться. Нет, лицо в друг другу. Готовы? Аджин. Скажи, чтобы он тебя на лопатке положил. Юркетя. Нет, не Петя. Как же? Лобур. Воспинаем. Петр, воспинаем. Вот так, да. 10 секунд, финали. Вот так, помнишь. 1, 2, 3, 4. Молодец. Так, Андрюха, Андрюха, иди туда. Петя, иди сюда. Ты борешься. Андрей, Андрей, скажи ему, что нужно положить, ну, болевой, удушающий, да? Положить надо на лопатки. Аджина. Андрюша, Андрюша, мотай с ним, впереди. Я выиграл его! Выиграл? Да! Нет! Хорошо.
Туда, смотри, вон туда. Вон туда видел башню. Туда. Мальчик, вы здесь, он был, вы сюда. Готовы? Хорошо. О-о-о! Иди сюда. Так, Педро, куда?
А меня волнует. А факта не было. Так, Педро Уно, Педро Дой. Так, Педро. Педро Саша. Педро я. Педро Педро. Куда? Два Педро туда. Так, здесь у меня Педруна. Тут два Педруна. Да. Так. Коль, ты у нас кто? Педро? Макс, ты не того взял. Макс, ты не того. Денис, подожди. Сейчас мама приходила, она сейчас начнет жесткий контроль, и он начнет качаться, и через месяц мы попробуем с тобой побороться. Вот так и прыгает, он отклонится, и ты головой в это. Эй, успокойся. Приготовились. Хаджин, здесь. Пожалуйста. Где там первый? Прошу. Не знаю, почему. Еще раз. Не знаю, почему. Нет, здесь нет. Ну тогда мы твои. Вот так. Пацана называйте Педро, а сами не хотите Педро. Да, его не называем. Нормально Педро. Так, он? Педро. Извини, да. Так. Макс, возьми Андрюс. Кого? Или возьмешь этого? Билетов. Билетов. Так. Те, кто будут. Те, кто будет баловаться, идут. Иди там разминайся. Кто будет плохо бороться, идет к бою этому, Бурдуши. Так, Денис первый замечает, что мы стоим. А ты принцу или что? Самый хороший прием. Мак. Упал, победил на удержание. У него сегодня 7 уроков. Каталина? Да. Я просто убей. Так падают только Педро. Миша, сколько ты его будешь? Золотые не может. А? Ставим стойку, Бутов. Стойку ставим. Разрешите я буду? Ой, тащите все у нас это. Кто звонит? Так, второе замечание, Денис. Максим, этот, Дюха, сюда позвонит, вот сюда. Вы там боретесь, что чтобы повысить? Ну, я вот это, в лицо не попал. Ага. Саша, не на силу, бери. Не, не бойся. Хороший прием, Мак. Я уже помню. Как раз так Педро делал. Какой сладь получилось. Позвони, держали через просто. Ну, умею. Да, руку сверху, у меня нет сюда пустил. В таком большой. Что большой? Отойди назад. Так, понял, Педро, да? Еще раз увижу, что тронешь, ему накажу. Понял? О, как родился при тобой. Не было. Не было. Ростка не было, он поставил бы 1 балл. Сюда нет. Нет. Спасибо. Дрюха, можешь перед спектром вообще бороться? Который ушел. Давай, Петя, иди сюда.
Вот сюда положи. Да, вот здесь. Он Эй, ты что, я не уеду? А я буду Женя. 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 Женя.
Да, да, да. В четверг. Да, завтра, да. В четверг. Как будет нормально? Да. Хорошо. Ты что, раньше его сделал? Я раньше не начал. Может, ты что-то там замутил в воду? Сделал? Так, хорошо, все сели, поле сюда. Три отжимания, три приседания, три раза вперед. Да, почему ты не делал, да? Вот, смотри, да, даже не встал. Три сразу. И что еще? Раз, два, три. Все свободно. Да. Все. Да. Свободен. Не считается, ну, да? Покажи. Какой тоже. Какой сюда, покажи. А это старый, да? Видишь? А так вот здесь пишет. Кто там? Я же взяли первый место. Ты какие оценки у тебя? Вы от недели здесь. А вот тебе встать и было здесь. Я говорю, ты лучше был, но тебе не было. Все! Хотел кепку сделать еще раз. Вот сейчас еще раз сделаю. Кепку туда работала. Ну, вот сейчас еще раз сделаю. Все. О! Ты понял? Получше. Я один раз поставлю. О, опять ты будешь, не крест. Андрюха, можешь сразу ноги руки поднять перед вами? Пошел. О, нет, смотри. Только ты поднимай, как бы на попу. И туловище, и надо попробовать. Сразу. Нет, вот ты туловище голову, а ну покажи. Смотри. Оп. О, там лучше. Вот, еще. Оп, еще раз. Оп, до свидания. Я побеждаю, а ты на вдруг, подожди. Иди, а что такое? Я вон опана меня. Я стою на дарсе, он здесь. Спасибо. Иди еще, блин. Щит, делаешь? Так, давай. Алик, он делает болевой на. О, и что лучше? Отлично. Красавчик! Молодец. Что, Борис, что случилось, Борис? Нет, здесь конечно лучше. Да? Хорошо, Мишаня умница. Мишаня, знаешь, вот здесь как-то лучше улыбаться. Возьми ключи, открой этот сок. Что, спасибо, холодно, да? Так я начал? Давай. Андрюх, ты отдаешь руку и сразу падаешь. Андрей, ручку пусть согнутая, да? А когда он, не спеши падать, тебя не будет красивее. Давай, давай, нет, тут. Так. Так, и в эту сторону. Хорошо, еще раз. А можешь взять за два локтя? За два локтя. А ты держишь здесь его. Теперь одну руку просовываешь. И, нет. 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 За ногу. Вот сюда. Раз. И разворачиваешься ногу. Ногу убираешь, чтобы болел. Нет. Локоть оставил. Там локоть. Еще раз. С этой стороны, локоть нет. Вот. Теперь. Ко мне головой и... Нет, нет, нет. А, все, понял. Понял, да? Да ладно! Все, болит! Нет, нет. Иди сюда, иди сюда. Нет, болит!
Да я понял, как бы. Вот где? Да. Где мы там были? Я сказал! Да знаю, я сделал бы маму где-то. Нет, это что, не так, что она... Мы закончили, я его выгнал и кинул четвертый. А он тебе поклонился? Нет. А он устанет поклонить? Клендер. Вот. Переворачивай там ногу ставь на голову. Вот так? Оп, и сейчас ногу на голову. Я тоже делаю 3-3-3. А, сюда, да, нет. Надо сделать. А сколько? Да, да. 3-3-3. А, да. Сергей Анатольевич, Саша. Сейчас. Смотри. Марку Андрюка, ты Марк делает как нужно. Что нам дано? Я вообще не отнимаю. Ну, давай. Нет. Что, Борис, ты меня проиграл? Смотри. Все, давай. Делай так, как ты делал. Не так, как сейчас, за лоб, а как руку в сторону. Руку в сторону. Саша, достань. Раз. Так, и в другую сторону. Другую руку убираешь. Нет. А ну еще раз, это я. Руку убираешь в сторону? Так. Хорошо. А мне сделаешь? Давай. Нет.
Держи здесь. То, нет, нет. Дальний локоть достаешь, локоть. И к себе. Не надо держать. Просто берешь локоть к себе. Видишь? Оп, у меня рука. А потом просто эту бросаешь в локоть. Все. Твоя конфета. Баба, не дай. Давай. Что денег? Вот он на сегодня. Молодец, да? Для того, чтобы ты хорошо боролся, тебе надо просто качаться. А даже и мы с тобой на Европу поедем, туда поедем. Я тебя прошу. Качаться, да. Сергей Анатольевич! Да. Эльма! Матвей! Эй! Ты что ломаешься? Не ломаешься. То я сейчас с тобой буду бороться. Бордошев, сюда, сюда. Я его мучаю. Бедро, сюда. Каждый бедро. Без бросков твой. Сейчас ты отдохни, завяжи пояс. Без бросков. На руки, что ли? Нет. Как руки? Не говорят никакие. На подсечке, что ли? Нет, а она вообще не работает. А как бы? А вот так. А ну не балуемся там. Что ты знаешь? Я согласен. Эй! Смотри, я взял, да? А у тебя рука припадает. Все, ты уже улетаешь. Видишь? Что нужно делать? Подойди просто, ладно? Так, вот и все. Я уже всех уже бросить исполнил.
поставь. Да, возьми с той стороны. А, не видно. Еще Нет, так,
Нет, мне просто хватит, но не хватит еще. Какая-нибудь гадость еще замутить надо. Сейчас. Что ты разделся? Я шучу. Тогда я тоже... Нет, стой там. Виктор! Гюго! Саня, Виктор! Ой, Ливио! Да. Одень курточку. Я? Да. А я уже...